Всем привет, с вами Поркл. Сегодня я буду играть на сервере, на паблик сервере, на очень тупом паблик сервере. Парень вышел, придется мне зайти за террористов. Это очень тупое видео, как я не знаю, что здесь делать. Может быть, делать нарезки когда-нибудь какие-нибудь. В принципе, это был хороший выстрел, я думаю. Все без читов. Хотя это очень похоже на читерство. Возможно, даже он офигеть. Сам не понимаю. Ну, как-то так происходит. В основном, когда я отвлекаюсь, то у меня такие киллы не получаются. Я даже не знаю, буду я заливать это видео, потому что остальные видео получаются хреновым голосом, т.д. т.п. Ну, я, наверное, все-таки вылью это видео для демонстрации. Парень просто как... Ну, просто не понимает, что надо делать. Сливает себе стату. Ах ты! Ну, из ФАМАСа ставить хедшоты одно удовольствие. Я думаю, все, кто играет в CS, уже об этом давно знают. Даже не знаю, о чем рассказывать. В принципе, Ванга зашел. Я в будущем, может быть, там сниму Майнкрафт, ДТП. Так, несколько секунд, подожди. Так, ну я вроде бы... надо было поставить на не беспокоить. Я ложану. Секунду. Так я поставил на не беспокоить, парень лажанулся, он так долго меня искал, мог сразу стрелять, ну так, вроде все нормально. Сейчас будем стараться выносить ни одного дух. Парень опять себе слил, а нет, это не он. А, так я тогда Вангу убил, получается. Опять закрысил в уголочке. Надо будет купить АВП. Хотя я с АВП не мастер, как многие это могут знать, хотя это никто не знает. Мои прошлые видео были там всякие. Ну, на ZM сервере. В принципе, у меня есть один ZM сервер, такой неплохой. На примете. Но ничто не может быть. Но я потерял тут старый. Айпишник его потерял. Я косой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я вообще косой. Косой! Окей. Парень взял АВП. Попробуем сейчас вынести из глока кого-нибудь. Иногда получается. У меня очень слабый комп. Так, слышу, что-то кто-то топает. Я сделал как крыса, но на войне все методы хороши. Ну, это можно было ожидать. У меня было мало хп. Красава! Я не понимаю, тот парень, который вздыхает, и который против 16 хп играет, с парнем без брони, который еще так. Просто шаги слушал? Не. Я ему могу сейчас сказать это, но не хочу, честно говоря. О, Вася. В принципе, я не буду долго снимать, потому что мне уже надо будет скоро идти. Кое-куда. Ну, там на тренировку. Ну ладно. Вот нас уже трое, народ набирается. Меня слепанули. Это очень плохо. Айпишник. Нет, ну зафиг я остановилась.
Ну, не знаю, на этом коротком видео я, наверное, закончу мое видео. Самое дебильное видео. Не знаю, как я буду еще свой канал, свои видео называть, но они не очень. Вот парень идиот, который слепой. Ванга тоже не айс. Ну, ладно, последний раунд сейчас сыграем. И все. Слога вообще не парюсь. Ну что ж. Занял такую нестандартную позицию. На ней стоял всего-то мой прадед. Шуточка. Окей. Че, пошел обход? О, парни. Парни делают то, что нельзя делать. Ладно, он далеко, я не буду. Чё, у меня... А, нет, на этом сервере нет, распушки. Надеюсь, меня здесь не заметят. Я помню. Вот в CSGO. Раньше. То есть, там, проверял, где можно стоять, где нельзя. Вот здесь можно, буду знать. Ладно, он сверху там бежит. По шагам слышно. Ну, на этом я закончу свое видео. Всем удачи. Всем пока.